Туристический и земельный налог, реклама на улицах города и приватизация служебных помещений – это не полный перечень вопросов, которые рассмотрели депутаты городской думы на 25-й очередной сессии. В повестку были включены 9 вопросов, которые касаются актуальных аспектов жизнедеятельности города. Все они были рассмотрены на совместном заседании комитетов городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа до проведения очередной сессии. Отработали, значит, 9 вопросов основных и 2 дополнительных. Все вопросы касаются, конечно, жизни нашего города, горожан. Вопрос о рекламных конструкциях, тоже немаловажный вопрос, упорядочить его стоит. Также были изменения в депутатские наказы. Рассмотрели вопросы оформления служебного помещения в собственность для членов, участников СВО. Это право дается членам семьи погибшего участника СВО. И туристический налог не распространяется на участников СВО, не только которые живут здесь, в Камчатском крае, но и на территории России. Следующее заседание депутатов Гордумы запланировано на 18 декабря 2024 года.